Пентагон опровергает сообщение об ударе американских ВВС или ВВС коалиции по сирийским войскам в районе Абу-Кемалян, сообщает РИА Новости. Как стало известно, военные отреагировали на сообщение об ударе американской коалиции или сил США по позициям сирийской арабской армии. Пентагон категорически опроверг сообщение. Представитель ведомства Эдриан Ранкайн Галлауэй заявил, что атака на сирийские позиции – это не удар США или коалиции, ранее сирийского национального. Агентство САНА сообщило, что ВВС международной коалиции во главе с США нанесли удар по позициям сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор. Как стало известно, в результате атаки несколько человек погибло, многие получили ранения разной тяжести. Один, хочешь знать больше? Подпишись на наш блог в Яндекс.Дзен, мой профиль, редактировать профиль, создать свой виджет о сервисе, выход загрузить из интернета, добавить изображение, загрузить изображение, войдите через социальную сеть ИИ. Анонимно войти как гость, разрешить публиковать, комментировать новые, новые лучшие ранее, новые лучшие ранее, подписаться, поделиться, новые комментарии. Никто еще не оставил комментариев, станьте первым. Следующие комментарии.